Так, ну, короче, всем дичайший щербет вечерний, дорогие друзья. Вот. Тяжелый рабочий день позади, башка немножечко... О, щермендермене. Ну, то есть не соображает, но я попытаюсь показать вам вот такой вот пневматический калашмат от компании Crossman. Давайте посмотрим, что здесь они заявляют. Так, надо было немножечко поднять повыше камеру. Ну да ладно. Дело в том, что здесь у нас 150 выстрелов в обойме, да? 22 выстрела fast as you can, быстрее, чем вы там сможете нажать на курок. Съемный у нас приклад. То есть это типа как под АКСУ, я так понимаю. Я, конечно, ни хрена не понимаю в огнестрельном оружии, но вроде бы как да, АКСУ складной. Так, какие-то еще буржуйские надписи. Какой-то fail, а нет, rail. Fix it front side. Заявляют они 167 метров в секунду. Вот здесь вот кто-то паузу нажмет, кому интересно, посмотрит. Да. Crossman любят всякую такую штучку делать. Давайте посмотрим, что там в комплектации. Что-то есть интересного, нет. Ну, в принципе, ничего нет, кроме инструкции. Да здесь что-то... Нет, это тоже бла-бла-бла всякие, там будьте аккуратны. Прочее никому не интересное говно. Вот, и сам калашматик выглядит вот так вот. Вот он сам калашматик, не хочет полностью попадаться в кадр. Давайте я его так протяну. Чук-ч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 ук. Ну, здесь как бы муляж, да, ничего не работает. Обойма. Я на самом деле сам его, ну, еще так нормально в руках не подержал, поэтому разбираюсь вместе с вами. Ну, так уже понял, что здесь вот обойма муляжек, вы видите просто. Она съемная, но она пластиковая и что-то в ней тарахтит. Он весь на самом деле пластиковый, то есть металлических деталей, то здесь только спусковой крючок. Вот увидим, в обойме внутри, да, там ничего не происходит, никаких отверстий, ничего нет. Цевьё тоже все пластиковое. Ну, вкладка в стволе, конечно же, стальная. Попытаюсь показать, а вот и ни хрена вы не увидите. Ну, у Crossman стандартно, она там идет стальная. Снимается это все дело. Давайте попробуем снять. Сейчас. Здесь вот есть такая штучка. И как-то это все вот так вот. На таких направляющих все просто очень снимается и одевается назад. Ну, одевать я не буду, бы с ним. Вот такой вот калашматик. Что мне не нравится, то что он полностью пластиковый. Ну, как бы хорошо, что неплохая начальная скорость, как бы 160 метров в секунду. Не буду я с него стрелять сегодня, потому что, ну, как бы 160 метров в секунду, вот если у меня куча видео из Саникса, я там стреляю со своего, то есть это, в принципе, то же самое. Ну, больше стрелять он не будет лучше. У пневматики есть давление, да, в этих баллончиках CO2, и больше оно не станет. Вот здесь вот вкручивается баллон, то есть это газобаллонная пневматика, да. Присутствуют всякие такие люфты, вот видите, слышно? Ну, такая конструкция, да, вот, вот такая играет вся. Вот нету муки там монолитности. И он на самом деле полностью пластиковый. Где-то я прочитал, что там даже какие-то металлические вставки внутри, типа грузиков, где-то сделаны. Но явно не в обойме, она очень легкая, чтобы он стрелял. Вот здесь вот ball field, я так понимаю, да? А вот это на пружинке идет подача шариков. А вот здесь вот, вот, да, контейнер для шариков. Шарики обычные 4,5 мм объединенные, туда насыпали, как на самом деле в обычном пневмате. Захлопнули, здесь вот это вот дело все. Предохранитель вот так вот реализован, fire safe. И тут какая-то вот непонятная система. По-моему, здесь нужно оттянуть вот так вот и поставить, и тогда он будет подавать эти шары. Ну, вот какой-то такой вот калашматик, я не знаю, вот он двоякое на меня производит какое-то впечатление. С одной стороны, хочется его
подержать в руках, но когда вы держите его в руках, наступает разочарование от всех вот этих вот моментов, да. То есть на пистолетов, на кроссмановских такого нет, что оно так вот какое-то все поигрывает. А здесь такое есть, к сожалению. Поэтому вот. Ну, интересно бы его, конечно, испытать. Но давайте там наберем, я не знаю, там лайков 100 тысяч миллионов, и тогда я его пойду испытывать. А так, в принципе, я думаю, что, ну, тот же самый Аникс будет 167, там 170 метров в секунду, не больше. В общем, с вами был еще разок. Пишите, что вы думаете, что вы пишете по этому поводу. Увидимся. Бай-бай.